херово, быть херово молодым. На работу и с работы круглый год. Все мечты развеялись как дым, и уже который месяц не дает. Все мечты развеялись как дым, и уже который месяц не дает. Быть херово молодым, молодым. Оправдать надежду мамки и отца. Отца. Я ебашу словно херувим до последнего победного конца. Мы ебашим словно херувимы до последнего победного конца. Скорее бы пенсия, скорее бы мне состариться. Не тело, а суспенсия, нам это очень нравится. Скорее бы пенсия, бессрочные каникулы. Сегодня станет я, а завтра я могу. Сейчас обречен? Да. Именинника, так сказать. Виновника. И сюда полполовины. Какая? Костыля. Сейчас передадим. С бутуна, наверное. Ты давай, Вить, там не откладывай. Не откладывай в карман ничего. Я все снимаю. Когда еще по бутуну, у меня есть эти фотографии. Белку надо. Все? Нет, я все там говорил. Так, ну что? Мы там все, когда... Что подарок? Речь. Да, подарок. Хотим вручить символический подарок. Время. Показывает время. Отчет от пенсии. Да, потому что вся жизнь у нас из этапов, да, там, детский садик, школа, до пенсии. Да. В детском, в школе мечтаем о каникулах, да. На работе о отпуске. Сейчас такой ответственный этап наступает, когда все мечты можно осуществлять, когда много свободного времени, когда можно уделить всем своим хобби, даче, да, там, ну и так далее. И, конечно, планировать время нам в это время очень нужно. Извините за тавтологию. Поэтому просим принять такой подарок, который будет напоминать о замечательных денечках, проведенных в нашем обществе, и наслаждаться тем временем, которое уже наступит после настоящего этапа. Поздравляем с выходом на пенсию. Спасибо. Аплодисменты. Ура! Я так вы на чем сидите, сидеть и наслаждаться. Саша, следи за батарейкой, мы часы не останавливаем. Слышишь? А? Чтоб часы эти не останавливались. Когда часы? 12 минут. Когда они вообще учат? Саш, Федорович, самое оригинальное это сзади. Вот, сзади, смотри. Самое ценное. Это самое ценное. Трин траву на поляне. Ну за вы, за сказанное. Давай. Так, ну что, давай. Давайте. Господа офицеры, бери, блин. Пенсия. Даешь пенсию. Я понял, она там наклонка такая, как с твоей молитвой. Серёж! Заслуженный отдых. Слово-то какое? Заслуженный. Нет, вам не решился. Да, я там решился. 10 лет назад. Во-первых, хочется сказать.
сказать, что я помню, когда ты встал первый раз с дедушкой. Да. И когда я сказал, какой он папаня, он дедуня. Вот. Сейчас у тебя уже 4 внука. Ненароком. Ненароком. Я так думаю, что еще не придется. Есть куда двигаться. Есть, просто. Вот. И я хочу тебе что-то пожелать. Ну, чтобы, во-первых, ты... Сейчас ты будешь окружен детьми, так получится, заметно для тебя. Так что вот, здоровье твоим детям, здоровье тебе, ну и удачи, счастья, всего-всего. Чтобы у тебя все в этой жизни было замечательно. Твои внуки и дети тебя только радовали, радовали, радовали. Все, давай, давай. Санька, я присоединяюсь. За достойную старость. Да. До старости еще далеко. Не дали бы палатку купил. Палатку, лодку. Жизнь после 60 только начинается в палатке, да. Лодки в палатке. Нет, просто здесь. Я никогда не докажу. Спасибо. Пора начинать жить в палатке. Дом накрылся. В палатке, у меня жить можно на даче. Ну, да. А квартира тоже моя. Серьезно? Жизнь переменчива. У меня родилась внучка, а никого не было. Он говорит, ну что ли внучка? У меня всего двое, а у него четверо. Начали газ подводить. Подвели газ, дом сгорел. Переменчива жизнь. Пока вваривали, вот так и дом. Казалось бы, недавно совсем. Мы башим, словно херувимы. До последнего победного конца.